Всем привет! Сегодня буду готовить овсяное печенье с орехами. В миске смешать яйца, сахар, щепотку соли и растительное масло. К овсяным хлопьям добавить муку и разрыхлитель, перемешать. Соединить обе смеси и замесить тесто. Затем добавить измельченные орехи и перемешать. Противень застелить пергаментной бумагой. С помощью ложки выложить тесто на расстоянии друг от друга и придать круглую форму. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 10-15 минут. Готовое печенье остудить. Получается очень вкусное и полезное печенье. Желаю вам приятного аппетита и до новых встреч! Всем пока!